Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 803. Какое число возвели в куб, если получили 27? То есть возвели x число в куб и получили 27. X в кубе – это x умножить на x умножить на x. То есть x умножает само на себя 3 раза. Какое число нужно умножить само на себя 3 раза, чтобы получить 27? Это число 3. 3 умножить на 3 умножить на 3 будет 27, поэтому x будет равняться 20, то есть 3. X в кубе у нас равняется 1. Какое число нужно умножить само на себя 3 раза, чтобы получить 1? Это число 1. 1. Сколько раз само на себя не умножай, все равно получится 1. И последний вариант. X в кубе равняется 64. То есть число умножили само на себя 3 раза и получили 64. Это число 4 х в кубе, то есть 4 в кубе. Это 4 умножить на 4 умножить на 4 будет как раз 64. И выполнили задание 803. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.